наши замечательные музыканты, сокровища Одессы музыкальной и Одессы джазовой. Классические музыканты в исполнении, будут исполнять произведения в джазовых аранжировках. Итак, первая скрипка — Наталья Литвинова. Вторая скрипка — Леонид Пискун. Альт — заслуженная артистка Украины Ия Комарова. Виолончель — Сергей Шольц. Вы получите удовольствие от этой небольшой сюиты хорошего настроения. А узнаете темы — приветствуйте аплодисментами. Квартет на сцене. Thank you.
Thank you.
струнный квартет «Гармонии мира».